Всем привет! Сегодня мы будем создавать необычную штуку. Я думаю, многим из вас надоело привозить из путешествий магниты. Так или иначе, мы все равно привозим Китай. И качество уже не то, да и выглядит, да и вешать уже, собственно, некуда. Поэтому с недавних пор мы решили привозить из путешествий песок с пляжа. Вот. Это песок с Кипра. А теперь расскажу вам небольшую историю, как мы этот песок добывали. Кто был на Кипре, знает, что там песок больше похож на сырой цемент. Недолго думая, мы заказали экскурсию, в которой был включен заезд в бухту, где, собственно, есть небольшой клочочек белого песка. Все было запланировано. Мы взяли пакетик с собой, прыгнули с катера, доплыли до берега, стырили песок и приплыли обратно. Сушили мы это все дело на балконе, но, как ни странно, нам ничего никто не сказал по этому поводу. Поэтому вот такой вот, не чисто белый, с примесью, но другого там не бывает. Так, вернемся к нашей поделке. У меня есть вот такая вот банка. Но это на самом деле не банка, это ловец для пчел. Потому что здесь вот есть такая дырочка, они туда залетают и остаются все-таки. Как-то, правда, назвали эту банку «Свободная пчела». Не очень в кассу, ну да ладно. Мне нравится дизайн, и их много, можно делать много, потом повесить. Единственная проблема – это вот эта дырка. Здесь, соответственно, мне ее нужно заделать. Что я буду использовать? У меня есть такая палка. Сейчас сделаем из нее пробку. Посажу я это все на эпоксидный клей, так как можно было просто притереть, но если вдруг нечаянно выскочит или заденет, и все это высыпется, будет очень неприятно. Ну вот, собственно, и все. Я думаю, можно начинать. Все. Следующий песок, привезенный, будет следующим слоем. Можно вот на обратной стороне взять маркер, который пишет по дискам, нестираемый, и написать Кипр 2016 и так далее. Кому понравилось, ставьте лайки. Буду снимать что-нибудь еще.